До главного политического события региона, выборов губернатора Белгородской области, осталось чуть больше суток. Завтра день тишины. О том, все ли готово и об особенностях нынешней избирательной кампании, узнаем от организаторов выборного процесса. Гость студии «Мира Белогорья», секретарь областной избирательной комиссии Владимир Шавгеня. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, все ли готово ко дню голосования? К дню голосования. Все избирательные участки. В настоящий момент у нас их 1262. Получили избирательные бюллетени. Это основной инструмент для голосования избирателей. Получили списки избирателей. У них есть технологическое оборудование, которое они уже установили. Представители правоохранительных органов будут обеспечивать охрану избирательных участков. Казачество, добровольные дружины. То есть область готова к голосованию 10 сентября 2017 года, единый день голосования. С какими объединениями общественными облсберком сотрудничает в качестве подготовки наблюдателей? Избирательная комиссия Белгородской области по приглашению и предложению регионального отделения партии «Единая Россия», другие партии не высказывали такое предложение, провела обучение, около 100 наблюдателей мы участвовали, и выступили наши специалисты, рассказали о правах и обязанностях. Вот на базе института юридического БелГУ. У нас же есть еще общественные факультеты во всех вузах Белгорода. Мы готовим вот таких разносторонних ребят, которые владеют избирательным правом. Что касается ассоциации юристов России, вот мы с этой организацией очень плотно сотрудничаем, мы имеем вместе с ними двусторонний такой договор, соглашение, и мы то же самое по их предложению будем и в дальнейшем обучать. Сейчас обучали наблюдателей вот со стороны этой организации. А все ли кандидаты и партии закрывают числом наблюдателей число участков? И есть ли у них возможность привлекать обученных людей в роли наблюдателей? Не все, конечно, партии, не все кандидаты закрывают избирательные участки, но основные – это «Единая Россия», естественно, КПРФ, ЛДПР. Очень большое число избирательных участков закрывает. Как минимум 3 наблюдателя, 4 – будет на каждом избирательном участке. И мы надеемся, что не менее 3,5 где-то тысяч должно быть. А вот как в целом прошла агитационная кампания и какую оценку получил избиратель марафон в нашем регионе? Я хочу сказать, что агитационный период прошел как бы спокойно, без каких-то таких экстраординарных ситуаций, вот, в штатном таком режиме. Вы выходили на связь с Центральной избирательной комиссией. Не так давно в наш регион приезжали представители общественной палаты. Вот какую оценку они дали избирательному процессу, избирательной кампании? Наши коллеги приезжали в начале августа. К тому времени у нас уже была общая картина, кто из кандидатов зарегистрирован, как в целом прошел процесс выдвижения и сам процесс регистрации. Так в целом каких-то нарушений со стороны кандидатов не было. Это очень позитивно и это очень ценится со стороны ЦИК России и общественных наблюдателей, представителей Общественной палаты России. Вот, то есть у нас идет профессиональная работа избирательной комиссии Белгородской области. Она отмечается всеми в Центральной избирательной комиссии. Ну так, по рейтингу мы где-то в десятке находимся вот, по качеству работы. Вот у нас сайт избирательной комиссии. Пожалуйста, заходите, посмотрите. Там все кандидаты, там полная информация. Найдите себя в списке, там, найдите свой избирательный участок. Исходя из вашего опыта, каковы отличия были этой выборной кампании от прошлых выборов губернатора? Когда мы начинали в 2012 году кампанию, там было 5 всего субъектов Российской Федерации. И после того длительного перерыва, естественно, не было такого законодательства. Не апробированы были нормы, связанные со сбором листов поддержки кандидатов. Мы первые проходили этот барьер депутатский, так сказать, нужно было собрать всем кандидатам. И была определенная сложность, мы как бы консультировались. И, понимаете, мы всегда были под таким пристальным вниманием всех субъектов. Звонили каждый день с любого субъекта, интересовались, в том числе ЦИК России. Сегодня 16 субъектов Российской Федерации, где проходят выборы вот, в единый день голосования. Естественно, все уже все знают.
правила игры, они, в общем-то, стабилизировались. Единственное, на этих выборах появляется новое. Это не используется досрочное голосование, но заменено заявлением голосования по месту нахождения. У нас свыше 9500 избирателей такие заявления написали, и они могут принимать участие в голосовании на тех участках, где они будут 10 сентября. Определенные такие технические особенности, они тоже действуют. Впервые будет использоваться такой электронный протокол, там контрольные соотношения. Сами считаются, ну, такая программа есть, разработана ФЦИ и ЦК России. В 9 утра выход в эфир в целом по стране. Ждут результатов не только белгородцы, ждут результатов вся страна. Интересуется, как там в Белгородской области будут выборы, как завершаться. Спасибо, Владимир Николаевич. А мы добавим только, что чем активнее проголосуют избиратели, тем более легитимными будут итоги этой выборной кампании. Не оставайтесь в стороне в единый день голосования. А служба новостей мира Белогорья 10 сентября работает в особом режиме. Выходим в эфир в 11, 14, 18 часов и с полной картиной дня в 21 час. Работаем на участках вплоть до их закрытия.